10 лет они искали собственный дом. Под Новый год свершилось спортивное чудо. Школа Олимпийского резерва по боксу имени Петра Липатова обрела собственное двухэтажное помещение. Это бывшее здание спортзала локомотивного депо, что в железнодорожном районе. В течение 2,5 лет обвешало и бесхозное предприятие по ремонту подвижного состава превращали в современную базу для подготовки королей ринга. Здесь полностью заменили систему отопления, водоснабжения и канализации. Отремонтировали потолок, пол, стены, покрасили спортзал. Вход оборудован. Орудовали пандусами для маломобильных граждан. До этого занимались, в разных клубах, мы лично занимались это через дорогу, локомотивный 3, подвальные помещения, клуб «Спарта». Из подвалов вышли в этот зал. И часть тренеров занималась у нас по 12 сентября, 86, тоже полуподвальное помещение. Вот две секции, два клуба вышли из подвалов вот в это прекрасное здание. Теперь спартанские условия тренировок у сотни будущих и нынешних чемпионов по боксу в возрасте от 10 до 25 лет в прошлом. 16-летний Иван Рашкин в этом спорте 6 лет. Участник всероссийских соревнований, серебряный призер чемпионата Ульяновской области по боксу, сам помнит, какими еще год назад были стены нынешней спортшколы. Зал здесь немножко был полностью холодный, разминаться было, не очень. И перед боями ты выходил с неразогретыми мышцами. А сейчас зал переоборудовали, то есть в нем тепло, сами можете увидеть. Поставили тренажер на второй этаж. Все сделали. С новыми условиями кузницы олимпийских чемпионов ознакомился Сергей Морозов. И как гость глава региона пришел не с пустыми руками. В преддверии Нового года губернатор принес спортсменам мешок с подарками. Позвольте мне, с учетом моей фамилии, я так являюсь родственником для Деда Мороза. Поэтому вот такой мешок вам в ринг перебросит. Так, младшие раздают. Но это тоже не предел наших мечтаний. Мы действительно хотим создать целую серию таких вот специализированных спортивных объектов. Не только заниматься игровыми видами спорта, но и вообще в целом базовыми видами спорта. Бокс всегда был в Ульяновской области в почете и уважении. У нас чемпионы мира, чемпионы Советского Союза, чемпионы Российской Федерации. Капитально отремонтировать объект удалось за счет госпрограммы по развитию физической культуры и спорта в Ульяновской области. Рената Алюлова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.